Не пробедравчанин. Смотрели все время вверх. Я понимаю, молили и благодарили Бога. Кого, кроме Бога, будем благодарить? Будем благодарить начальство. Георгий Карпов, Юрий Никитин, ну и, конечно же, Титов Алексей. И, конечно же, наш звукарь Сухарь. У вас начальник Сухарь? Да. Круто, ребят, удачи вам. Никаких сухарей в зале, только аплодисменты. Порвите всех. Да бодрее порвите. Вот, ребят, встречайте. Чтобы точно покорить Лигу Смеха, для нашей команды нужно добавить только это – сексуальности. Стоять, парни! А я что, зря купальник надевала? Жателька, микрорайон, нашего жателька. Это не купальник, это борцовское трико. Я думаю, чё меня постоянно дагестанцы бросают? 500 лет, давайте знакомиться, друзья! Let's go! Драка двух самураев за девушку, которая так себе. Так, стоп, давай просто выбери одного из нас, и всё! Давай ты. Тяжело учиться, особенно когда учишься на патолога-анатома. Марья Ивановна, извините, я опоздал, потому что забыл аудиторию. А голову ты дома не забыл? Твою мать, а, реально. Балерина нашла мятную жвачку. Слушай, малыш, тебе не кажется, что мы очень хорошо друг другу подходим? Я дальнобойщик, ты балерина. Ну, девушки из общежития, которые ведутся на слово «бойлер». Их все больше и больше! Парень всю ночь угощал девушку в клубе, на минуту отлучился, вернулся и забыл, как она выглядит. Who has the dogs out? Хорошо, что позывной придумали, да, малыш? Ага. Случай в неблагополучной семье. Так стоять. Пьян снова, да? Да нет, с ребятами постоял, потом пусть... Я не понимаю, как ты умудрился накидаться на двадцатку? Господи, да забери ты свою двадцатку назад. Отец, сюда иди. А я уже лечу. Так, смотри. О, двадцатка. Говори сюда, смотри. Ага. Сын. Отец. Накидался, ни копеечки не потратил. Ученик превзошел своего учителя, понимаете ли. О, это что получается? Я Оби-Ван Кеноби, он Люк Скайуокер. Вуч, вуч, вуч. Так подождите, а я тогда кто? А, ты Чебака? Ну и что хотелось бы сказать в конце, друзья? Чтобы точно покорить Лигу Смеха, нужно, чтобы наши с вами сердца бились в унисон. Спасибо! Thank you.